А калитка... Ой-ой-ой, что-то мне страшно туда идти. Она бесконечная, фростает. Шлыков, а что у тебя с хп-то? Куда продаваться? Кому продаваться? Кокалар всегда в безопасности, я знаю. Что-то бесконечная фроста. Не очкуйте. Все, давайте в атаку. Какой атаку? У меня сработала пассивка. Что так это, адский прошу? Ёб твою мать! Там просто пиздец. Лучше оттуда уходить. Блядь, народ, что за нахрен? Давайте растягиваем их, растягиваем. Да какой? Я туда больше не пойду. Блядь, все, я сейчас сдохну. А у меня все. У меня пассивка сработала, там вообще это самое, там без шансов. Если б не пассивка, то я сдох бы. Вы кого там сагрили? Сатану? Дьявол отдыхает? Что это за нахрен был? Не знаю, какой-то... Я зашел такой, думаю... Ты записал, да, это самое, это хрень, видос? Что там хоть на мобах были аффиксы какие? Короче, ладно, сейчас нормально. Все в заморозке, заюзал сиренити, вообще бежишь, и все в заморозке. А что только было? Это просто пиздец. Не-не-не-не-не, даже не думай. Кокалар. Подожди, бафы. Все, погнали. Все, пизда, нет. Я прибежал назад. Народ, помогайте. Вообще нереал. Я не смог на ТП нажать, не работал. Да, большой запас здоровья, метатель. Еще хуй знает чего на них там, бать. Огненные цепи. У меня ничего, у меня не жизнь, у меня все как бы. Сколько? Сука, на мне уже 5, ёб твою мать, мне не выбежать ни туда, ни сюда. Ой, ёб твою мать. Ты только скажи, когда прыгать будешь, всё. Сейчас захожу, все, я иду. Так что мне делать-то? Нихуя себе танчи своих! Блин, может ко мне кто-нибудь подошёл? Пошли к нему, пошли к канониру! Пошли и этих убьем. Блин, народ прошибают нахрен! А это два пака просто, нет? Блядь. Все, пиздец. Народ, у меня эта предсмертка сработала уже первая. Мне тоже сработало. Прощайте, мать вашу. Короче, они все на входе. Я их убрал от тебя хоть. Да, все, я. Я в городе. Все. Лучше. Ты можешь теле сделать, канонир? А? Телепорт можешь сделать? К тебе? Нет, не ко мне. У меня уже сделан телепорт. В городе стоит. Не, подожди, надо подождать. 45 секунд еще откат это. Я не знаю, я Шлыков увел всех. Он бежал ко входу, значит, он всех привел назад. Они возле входа все. Все возле входа. Я по центру пещеры, там чисто. Ну, сейчас я к тебе телепортанусь. Подожди, еще откат обилки идет. Че, у тебя тоже сработало? Да, мне второй раз сработало.
Откат ты написался в уголке? Бля, ну мы рискуем, кстати, господа. Нет, рисковали нахрен, вы притащили этот пак, что мне не тыкнуть было наружу. И я серединчик за ним не помогло. Морозящих, то есть там бомбочек, то представляете сколько? Боже. Так, народ, все, давайте ко мне. Сейф. Я предлагаю пещерку по кругу расчистить. Вот здесь вот снизу. Ну, похрен, да, мы убьем. Здесь убьем снизу. Погнали. Нам лучше по кругу здесь бегать хотя бы для надежности. А то я сейчас здесь был, у меня червь вылез и начал херачить еще. Ну, давай агрить, а там уже разберемся по ходу дела. Ну, если что, я немножко потанкую. Так, может, сбоку проверим? Нет туда ни хера. Все в начале? Да не-не-не, их туда свел. Ну, давай, погнали. Потихонечку, по шашку, все-все-все, отогнали, все-все-все-все-все-все. Все, отбегаем, отбегаем. Блин, я же говорил, надо его проверить. Сверху паучок один был. Да не, мы их ёбнули. Блять, ёбнули. Ёб твою мать. Сиренити уже заюзал. Так, 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 народ, мы почти добили. Вот этот, сука. Так. Мы здесь уже троих. Все, давай, добиваем. Сейчас заюзаю. Так, еще юз. Планение. Ни хрена нас вообще не прошибает, заметил? Не заморозило ни разу. Ну, потому что мы профессионалы. Ну да, да. Вот здесь, рядышком. И это все? Это вот эта херня нас так долго убивала. Да, да, возьми мафон такой адский, чтобы на плечо поставить и по полной там рубать. Блин, какая адская орава. Ага, у меня ж все так начинает судорожно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нахуй я включаю сиреники. Просто, просто и до этого стояли, что-то так, знаешь, секунды. Да, у нас пока нигде таком, все хорошо. А, и заморозило, Шлыков. Да. Не беги. А этот вообще, Монг второй, блин, просто, что он творит, блин. Ой. Монг там, да что такое, как бы к ним подойти-то, блин, репси, а? Ой-ой-ой. Блять, блять, ну нахуй. Давай, давай. Чё за блять, сработало, ёб твою мать, это дерьмо. Работает. Сработало. Так, давай вот этих вот двоих убьём. Заюзал. Эй, Ребзя, я двоих хотел убить. Не, я вообще стою, бью, вы куда-то убежали, что за хрень, а? Нормально, мы все тут одного главного мочим. Там сзади херилы эти, подкидывают огоньком, пак целый. Как-то у меня и маны нету, и ничего у меня нету. Ой-ой-ой-ой-ой, куда тут податься, да? Давай его убьем же, наконец-таки. Неужели?
А что же еще может быть у главного? Че не попахнем, все подожди. Как заморозил, это уже не было заморозки даже. Сломал уже одну. Нафига туда полез уже? Я же ее сломал. Ебать. И по-моему она не только плаговая. Ну, а у него проблем никаких. Он включил, как говорится. Чуваки, нахрен, я туда не прыгаю, вон через телепорт, наверное, на другую сторону. Не, народ, я вообще подойти не могу, тут все во фрозе, нахрен. Может, он ПК? Тот, вон. Все, давай, жахаем. О-о-о, нихрена себе жахаем. Блин, ну две заморозки прям под ногами. Опа, я моба добил. Не, не убили. Я решил себе помочь. Ой, блядь. Ой, блядь. Ой, блядь. Не-не-не-не-не. Ну, давай. Блин, народ, так просаживают вообще трассаж. Оставим их там, потом их. Не успею. Так, гопаря, помощь. Нет, по-моему. Блин, да то фроста, то плагуя, то еще что-то. Что такое мне? Даже это самое не помогает, уклонение вообще ни хрена. Да их тут три пака. Да, ну три, это называется три пака. А, нет! Ну, офигеть, взрыв не подействовал, надо же. Круто. Как так? Все? Чего? Ну там же еще два моба оставили мы с тобой. Второго. Вы еще не добили, что ли? Да нет, конечно. О, квесту вызвали. Это правильно, чтобы потрешать купинку. А чем по вертушке по кругу не пролетелся здесь? Так он вызвал квесту по вертушке и убежал оттуда. Красава, он все сделал правильно. Не, народ, вообще. Просто в огненной херне стоять невозможно.